Общестроительные работы полностью завершены. Идет установка мебели, информационных стендов, наладка технологического оборудования и компьютерной техники. Появились специальные окна для обслуживания маломобильных граждан. Кроме того, теперь здесь заработает электронная регистратура, благодаря которой должно сократиться время ожидания. Пациенты не будут стоять в очереди около стойки регистратуры, а будут иметь свой талончик и, соответственно, будет вызываться каждый пациент к стойке регистратора. Это новшество. Это ноу-хау наше в поликлинике. Кроме того, отремонтированы и оснащены новым оборудованием кабинеты лор-врача и офтальмолога. Открыт второй процедурный кабинет. Но и на этом модернизация лечебного заведения не заканчивается. Сегодня идет ремонт доврачебного смотрового кабинета. В планах обновления и остальных кабинетов поликлиники.